Насколько я себя помню, я не помню, как я начал ходить, но помню, как я сел на лошадь. Было, наверное, где-то 4-5 лет. Так и старшие братья. Старшие. Еще раньше сели, говорят, на лошадь. 6 лет Хасанбек уже выезжал и работал как артист. Да, сколько я себя помню, столько я связан с лошадью. Жизнь даром не прошла, я думаю. Вообще, если человек связан с лошадью, то он приобрел много, я думаю. Я когда ушел на пенсию, оставил цирк, я очень боялся, что я 3-4 года отработал в цирке, боялся, что меня будет тянуть. Вы знаете, может быть, это неудобно признаваться, но цирк меня не тянуло. А без лошади жить невозможно. Поэтому я опять взялся за лошадей. Здравствуй, дедочка. Здравствуй, Мик. Саша, он в левую сторону хромает на левую ногу. Ты его в правую лучше гоняй, да? Да, маленький. Да, да, дед. Иди. Иди, маленький, иди. Наше дело будет называться «Центр конно-спортивных заведений». Мы вообще мечтаем о том, чтобы создать конное ревю и школу каскадеров. Базу, где будет проходить подготовку и актеры, и каскадеры. У нас будут лошади, которые проходить все стадии, дрессуры, выездки. Центр будет называться «Конный центр имени Алибека Кантемирова». Вот, кстати, наше будущее зрелище, которое сейчас называется «Поэма о лошади», мы в этой программе хотим показать именно вот становление дружбы человека и лошади. Вот мы снимаемся в кино, и эти завалы, падения, подсечки, они очень бьют по глазам, по нервам зрителей. Мы хотим полностью ликвидировать это в нашем зрелище. Все будет на доброте, на контакте. Эти завалы будут, ну, лошади будут выдрессированы. Наше дело требует полной самоотдачи и фанатизма. Иначе у меня бы самого руки опустились. Но когда рядом есть такие верные люди, которые до конца пойдут. Георгий Благерев, это тоже человек из цирка, казак, из Ростова. Он в цирке был в конном аттракционе «Руслан и Людмила». Творчески хороший человек, любит лошадей. Разные лошади, вообще они есть разные. Любой характер, это так же, как у человека. По внешнему, как человек, не одинаков, так и лошадь, и по характеру так же. Идеальной лошадью для цирка, для кино можно назвать вот лошадь, которая снималась в фильме «Смелые люди». Это Буян, главный герой фильма. Это лошадь, которую после окончания съемок Семен Михайлович Будённый подарил нашему бате. И она до последних дней, до 30 лет проработала у нас, в нашей труппе. С Буяном на фильме работал Гурзо, а дублировал его Ирбек, мой средний брат. Он его выдрессировал по высшему разряду. Это преданная, умнейшая лошадь. У меня было несколько лошадей, но самый... Вот он сейчас со мной, это Алмаз. Лошадь, дед которого был лошадью века, его так называли, квадрат, орловский рысак. Сейчас я оставил цирк и попросил, чтобы мне его вернули. И цирк пошел навстречу. Союз госцирк отдал нам его по старости. Но он сейчас ведущий жеребец у нас. Мы
8 лет не виделись. И явно у меня 10... Вот тоже такой момент, когда чуть слезы не выступили на глаза. Он увидел, заржал, на машине стоял, заржал и захлебнулся даже. Прямо до того это было. Неожиданно. Это верная лошадь. Дай Бог, чтобы все люди были такими верными, как эта лошадь. Все приходится делать самому, и песок, и, извините, навоз убирать, и лошадей чистить, и работать, и манеж делать. Все приходится самим. Ну, мы не жалуемся. Мы знали, на что идем. Дело новое, трудное, большое. Поэтому не думаем о трудностях. Евгений Богородский. Это потомственный конник, казак. Его и дед, и отец были конниками. У него это в крови. Его дети даже садятся сейчас на лошадей. Мы с ним снимались очень много. 5 лет мы вместе работали. Много фильмов. Фильм «Заложник», «На перевале не стрелять», «Багратион», «Петр Великий», «Потомок Белого Барса». Много фильмов. Мы постоянно вместе работаем. Лермонтов, он там был и консультантом постановки. Я дублировал Пороховщикова, он лысый. Вот делали мне лысину тогда. А потом она у меня самого появилась, лысина. Я отработал 50 картин. И работал я Тимофею Петру Леонидовичу. Я у него в группе работал. Потом вот познакомился с Кантемиром. На Одесской студии работал «Долгий путь в лабиринте», «Казах» фильм. Работал «Год дракона» и «До свидания, Медео». И еще несколько картин, просто сейчас название не помню. Старший сын Жени Богородского, Костя, ему 8 лет, кажется. Он уже сидит на лошади, как заправский конь. Уже в 2 или 3 фильмах, по-моему, снимался. Там же и в «Лермонтове» он играл, юного Мартынова. Работал в группе Мстислава Запашного, тоже хорошо знает лошадь. Ну, здесь собрались фанатики своего дела, то есть любят свое дело и животных по-настоящему, без завета. Артур Березин мой, можно сказать, лучший ученик. Это бывший цирковой акробат, он перешел в конники, и сейчас он в Девятовке делает все важные трюки. Ну, суровый человек у нас. Нет, он в меру веселый, в меру серьезный. Мы с ним снимались несколько фильмов.
лошадь, она тоже как и ребенок, понимаешь. Его можно наказать, она тебе сдачи не даст, не ответит, понимаешь. А потом, ну, в душе ты уже будешь переживать. Ну, что раз я его наказал, потом всю ночь, в общем-то, до утра ждал, как он меня встретит. А когда этот контакт есть человека с конем и коня с человеком, тогда вот будет, как сказать, да, большая отдача будет. Я познакомился с Мухтарбеком. В общем-то, и потом он меня привил. Я сел в первую лошадь, я вообще даже не сидел, даже не знал, как, что такое лошадь. Пришел, бросил номер, пришел к нему, сел, и он мне, ну, наверное, своей душой как-то передал, чтобы я мог смело... Он смог поверить в это. Да, человек же не только должен прийти, там, полоскать лошадку, там, и там ее погладить, он должен за ней ухаживать, должен любить, как своего ребенка. Руководителя нашей группы, Мухтарбека Кантемирова, я с ним очень давно знаком по цирку. Просто хороший человек, сказать это мало. То есть все равно, что ничего о нем не сказать. Этот человек, ну, может быть, как говорится, это я книжным языком скажу, но с большой буквы человек. Ну, одним словом, чтобы сказать. Одним словом я затрудняюсь сказать. Для него одно слово я не могу подобрать, чтобы так вот взять и сказать, что вот одно слово. Он хороший там, он плохой или там, он добрый, он там внимательный. Этого нет, нельзя. У него есть... А много такого, объемное какое-то такое. Ну, во-первых, он... Добрый. Он может вокруг себя заводить людей. Сплотить? Да, сплотить, заводить этой идеей. Ну, а в общем-то, знающий свое дело, с детства работающий в цирке, с лошадьми. В семье того, кого называют у нас патриархом джигитовки советской. Алибек, его отец. Какой он учитель? Я говорю, я на него равняюсь, он мой идеал. Когда он не ради трюка, а ради чего-то. Это элемент в каком-то сложном деле. Творчество, поделенное на смелость. Петр Тимофеев сделал такой трюк. Подсечку лошадей в тачанке. Серьезный трюк. Петр Тимофеев, ученик нашего отца, в начале 50-х годов, ушел в кинематограф. Фильм «Заложник» снимался в Таджикистане, в Исфаре, в горах, в очень суровых условиях. Но фильм настолько интересен был, насыщен трюковой работой, что мы полностью отдавали себя и свои силы.
Когда мы были на просмотре в Доме кино, и нашу группу тоже пригласили, на сцену вызывали, и после просмотра фильма мы стояли рядом с группой, и зрители шли, это было так приятно, и говорили, прямо громко говорили, молодцы каскадеры, прекрасная работа, прямо, ну, до того и неудобно, и приятно слышать, когда твой труд не пропадает. Да, нам с погодой не повезло. Мы должны форсированно идти к своему ревью, но сейчас у нас нет закрытого манежа, и поэтому каждый день, каждый час нам дорог. Большое дело трудно начинать, но настолько много доброжелателей, людей, которые любят лошадь, которые стремятся нам помочь, что мы просто не ощущаем этих трудностей. Ну вот в числе наших союзников, можно сказать, Виктор Васильевич Горбатков. Давнишняя мечта, даже не моя мечта, мечта нашего папы. Он хотел сделать большое конное дело, вот типа нашего конного ревью, которое должно было вылиться за рамки 13-метрового манежа, на арены стадионов, больших зимних дворцов.